Итак, ребята, сейчас хочу поговорить про удаление или, скажем так, отключение голосового помощника в любом смартфоне на Android. Но, само собой, на примере аппарата BlackBerry, поскольку считаю более прикольными, что ли. Ну, в частности, вот эта модель, да? Вот такого вот я редко где встречал. Точнее говоря, из того, что мне попадало в руки, больше ни у кого такого крепежа не было. Ладно, зачем его убирать? Потому что часто вот так вот нажимаете... Нет. Вот тут еще ты поймешь, как это сделать, чтобы оно вам именно мешать ничего, да? Но оно бывает. Сейчас попробуем въехать, что я делаю не так. Нет. Ну-ка. Вот. Телефон когда у вас... находится в режиме полета, поэтому сейчас я не могу помочь. Вот поэтому, чтобы вот эта штука не всплывала, когда вы что-то там делаете на экране, да, или, например, когда вы случайно голосом говорите какое-то слово. Короче, некоторым эта штука не нужна. Меня некоторые спрашивают, как это отключить. В любом андроиде лезем в настройки. Как бы пункт ни назывался, где бы ни находился, слово «приложение» будет все-таки в тексте. Вот, видите, да, «приложение», «уведомление». Далее «приложения по умолчанию». Если же вы сами сюда не можете добраться, делается просто. В поисковой строке набиваете «по умолчанию». Нажимаете «поиск». И вот ищете. Время по умолчанию, для работы, оплата, браузер. Опа, приложение по умолчанию. И переходите сюда же. Оп. Здесь мы видите, точнее вы видите, ну и мы видим, ладно, неважно. Помощник. На него нажимаете. Здесь написано помощник. Любой человек лезет в настройки и видит, что здесь как бы ничего сделать нельзя. Вся фишка в том, что нужно нажать на само слово помощник. И после этого нажимаем на нет. Нажимаем назад. Все, помощник отрубился. И заметьте, такое же точно движение больше ни к чему не приводит. Сейчас. Видите? Нет. Видите? 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 То есть, что бы вы теперь тут ни делали, помощник теперь не вылезет, потому что он вообще отключен в системе. Таким же точно образом на абсолютно любом андроиде просто пунктик немножко может ныкаться. Вы отключите эту штуку. Можно через поиск, можно через приложение. Ну, а более сложные методы я даже рассказывать не буду, потому что, как некоторые говорят, зачем усложнять. Этим просто, доступно и отключается. Всем спасибо, это была маленькая помогалочка от Латухи, потому что большие сборники помогалок почему-то теперь плохо индексируются, люди их не находят и задают вопросы по отдельности. Значит, придется по отдельности делать и видео. Всем спасибо, всем бай.